И что, здесь уже бокс у нас? Ничего себе! Долматов! Что творит Долматов? К этому моменту Арыстан уже проигрывал в счете в разницу в одну шайбу, поэтому удаление Долматова за драку стало для команды лишним. Иртыш забил еще раз, отличился Воронцов, и для Львов ситуация стала очень сложной. Сократить разницу в счете тимиртауские хоккеисты смогли лишь в третьем периоде, отличился Сальников. Дамир Рамазанов 19, Виталий Смолянинов 21, и шайба в воротах. Арыстан пошел в атаку, надеясь сравнять счеты, создавая один опасный момент за другим. Но фактически все испортил защитник Львов Полохов, который в безобидной ситуации решил завязать драку. Фиксирует шайбу. И Полохов вступает в кулачный поединок. Игрок гостей вынужден был покинуть площадку, а Полохов получил удаление до конца игры. Как позже отметил главный тренер РТШ, наказание могло бы быть и посуровее. Не знаю, что сделает такой молодой человек, или ему 18 лет, когда уж теперь хочет убить человека, когда будем 25, не знаю, что будет делать. Это плохо, думаю. Пользуясь отсутствием одного из игроков Арыстана, Иртыш закрепил свою победу. За 2 минуты до конца матча отличился Млинарович, а окончательный счет установил Роберт Куна. Здорово бросок. И 1-4. Здорово действует Хуна. 1-4. Поражение тимиртауской команды. Свои следующие матчи Арыстан проведет на выезде. 16-18 февраля их соперником станет карагандинский Беркут.